вот мы установили теплицу, и я ее обматываю сейчас вот стретч-лентой этой. Во-первых, это и придаст жесткости, и это пропускает свет, потому что оригинальная клеенка зеленая. Конечно, я ее тоже одену, когда только посажу сюда огурцы, чтобы тепло было. А потом я сниму и вот эти торцы закрою просто клеенкой, а ну, на прищепках как-то приспособлю. А боковые вот эти, вернее, весь центр будет стретч-лентой обмотан. И туда и помидоры можно будет сажать, и вообще все что угодно. Я, конечно, намотала непрофессионально, но я вам скажу, мне понравилась идея. Вот. Мне надо еще одну упаковку купить, у меня кончилась она. И в некоторых местах, вот, ну вот на эту сторону, намотать повторно. И в самом низу мне не хватило. Но мне вообще нравится эта идея. Да. Тут даже помидоры можно выращивать, сквозняк, и дождь не капает. Вот так он выглядит со стороны. Очень даже и неплохо. Всем пока!